Добрый вечер, коллеги. Николай Дмитриевич Соловьев, главный тренер «Металлурга». Вячеслав Геннадьевич Буцаев, наставник «Сочинца». Для начала попросим тренеров подвести итоги матча. После перейдем к вопросам. Николай Дмитриевич, вам слово. Ну, естественно, я очень рад, то, что ребята добились победы в этой сложной ситуации, в которой мы находимся. Я имею в виду по составу. Теряем лидеров. И очень важно, что ребята поверили в себя. Вот игра с Омском неплохо смотрелась. Сегодня ребята старались. Ну, то, что заработали 2 очка, очень приятно. Ну, а так работать надо. Работать и работать. Все у меня. Спасибо. Вячеслав Геннадьевич. Ну, хотел бы поздравить соперника с победой, это в первую очередь, и сказать, что без желания, без определенного настроя сейчас ничего не выиграть. У нас уже на предматчевой раскатке был уже такой тревожный такой звоночек, что ну, видно было, что не все у нас готовы к сегодняшнему матчу. И игра с первых минут это показала. Знаете, когда, как у нас говорят в народе, петух в одно место не клюнет, до нас это не доходит. А когда он клюет, потом уже мы начинаем с судорожной конвульсией исправлять то, что нужно было делать с самого начала. Поэтому здесь чисто психологическое поражение команды. К сожалению, мы не смогли достучаться, как бы мы не говорили, что соперник серьезный. Надо отдать действительно должное сопернику, что в такой ситуации они были сегодня действительно команда, которая хотела победить, которая желала этого. И я считаю, что они заслуженно добились этого результата. Спасибо. Коллеги, вопросы? Что ж, если вопросов нет, поблагодарим тренера за игру. Спасибо.